Всем привет! Мы решили в уикенд случайно заехали сюда после работы. Посмотреть, что же такое остров сокровищ. Ну вот, сейчас я покажу, что такое остров сокровищ. Вот это основной мост Бэй-Бридж. Точнее, только его часть. Здесь люди сверху заезжают в Сан-Франциско, а снизу едут обратно. Если повернуть направо, то здесь видим вдалеке Golden Bridge. Уже начинается за Golden Bridge. Такая вот здесь смотровая площадка. Вот он стоит. Вот такой он. Он покрашен как будто чем-то лаком, что ли. Гладенький такой. Ну, вот. Обещал показать вторую сторону Бэй-Бриджа. Вот это вторая сторона Бэй-Бриджа. Причем этот мост, получается, проходит через туннель. Я уже его снимал в своих роликах. Вот. И вот он где-то здесь проходит через туннель. Лево. Здесь вот как раз это и есть Treasure Island, остров сокровищ. А вот здесь вот справа сейчас подойдем поближе. Ветер здесь, конечно, такой хороший. Тюрьма Алькатрас. Отсюда видно, как будто бы маленький остров, на самом деле он ну, такой нормальный. С правой стороны остров побольше. Но сейчас уже там нет никакой тюрьмы, там просто музей. Он находится недалеко от Golden Bridge. Ну, а здесь сам уже Сан-Франциско пошел. Летим дальше. Ну а вот левее от моста уже начинается залив Сан-Франциско. Здесь стоят кораблики разгрузочно-погрузочные. Катер ездит. Конца и края залива не видно. Как будто вообще там он не заканчивается. Хотя вот там вдалеке виден с левой стороны остров. Ладненько, всем пока. Лайки приветствую, если что. Всем удачи.